Вы знаете, в моей семье Христос родился в 91-м году. И Он меня избавил от всех моих болячек, болезней. И не только спасение дал, но и дал новую песню. Я 33 года служил сатане. Ну, иногда говорят, ну как, такие роли в театре, в кино, такие песни. Ну, неужели это служение сатане? Да, друзья, Библия говорит, что таланты, которые дает нам Бог, если мы не отдаем на служение Богу, хотим, не хотим, мы служим князю мира сего. И вот вы знаете, это псалмы, эти стихи, это не просто набор слов, а обязательно это или свидетельство, или проповедь, или молитва. Мы живем здесь вот в Рыбаковке, и это было вот как раз на праздник, ночь, такая, начало ночи. И я прослушал, проповедь такая чудная была. И вот уже буквально, знаете, состояние такое вот молиться, начну молиться. Вдруг за окном, бабах, как рвануло что-то. Огонь, такой нецензурщина, хохот. Врубай звезду. И включили. Хорошо, все будет хорошо. Вы знаете, Господь дал мне вот этот вот стих. На улицах беснуется народ, благоговенье воплем разрывают, хлопками, пьяной болтовней опять Иисуса распинают. Таланты, получив от Бога, мирскую славу пожинают, погрязши во грехах, в разврате себя светилами считают. Какие звезды, мегазвезды, рабы вы Люцифера, сатаны, с небес повергшимся Всевышним, фальшивые забавные шуты. Нам звезды светят во вселенной. Они, как Вифлеемская звезда, указывают путь к спасению в обители небесного Творца. Мирская слава не спасает, ни деньги, золото, ни бункера. Бог вечность двери открывает через распятого Христа. Аминь. Вы знаете, когда мы пришли к Богу, и буквально мы покаялись, и буквально в эту ночь Господь мне дал именно вот этот вот псалом. Христос во мне, я знаю, я уверен, Его я чувствую и сердцем, и душой. Он здесь со мной, Он радость, вдохновение, Он мой единственный и радостный покой. Он здесь со мной, Он радость, вдохновение, Он мой единственный и радостный покой. Благодарю Тебя я, мой Спаситель, за то, что дал Ты мне бесхитростных друзей. Ты мне глаза открыл, мой добрый повелитель, и ощутил я прелесть этих дней. Благодарю Тебя я за спасение, за веру, за надежду, за любовь, за Божий свет, за счастье, вдохновение и за меня
тобою пролитую кровь. За Божий свет, за счастье, вдохновение и за меня тобою пролитую кровь. Вы знаете, друзья, мы как-то... Я хоронил друга своего, очень знаменитого артиста. И я смотрю обелиск, и там такой молодой юноша, и написано: «Вы отдохнете и восстанете». А ниже написано: «Жизнь, как снаряд, неожиданно взрывается, и душа уносится в небеса». Ну вот, Господь дал мне этот стих, Римлянам 14:12. «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». На гробовой плите писатель начертал: «Вы отдохнете и восстанете». Но почему-то тот писака не сказал, когда и для чего восстанете из пепла, из гробов. Пучин восстанете, когда труба на суд вас призовет. Вы перед Богом в трепете предстанете. Дадите за себя Творцу отчет. Господь вас спросит: вы для чего прожили вот этот миг земного бытия? Вы дом построили, больного приютили, вы приняли Спасителя Христа? Нет, вы грешили. Убивали, лгали, насиловали, грабили, все жгли, награды за безбожье получали, страдания, разврат с собой несли. Нет, не на отдыхе вы все лежите, не заслужили отдых и покой. Вы, ожидая в ужасе, дрожите, суд праведный, суд Божий, неземной. Уже грядет суд Божий, справедливый. Уже звучит небесная труба. Никто из вас, ни лживый, ни спесивый, покой и отдых не получит никогда. Лишь только тот, кто Божий голос услыхал, кто преклонил колени пред Христом, себя кто грешником перед Творцом признал, уже тот в небе встретился с Отцом. Усопшие нигде не отдыхают. Их души в вечность унеслись, спасенные Христа на небе прославляют, погибшие в аду в мучении облеклись. Аминь. Летят года, мелькают дни за днями, и недалек мой вечность переход. И мысленно я говорю с друзьями: уж многих нет, и скоро мой черед. Как снаряды ближе, 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 взрываясь каждого, уносят в небеса. А кто-то опустился ниже, ниже, но каждого Бог слышит голоса. Бог слышит вас, хоть юных, но несчастных, и стариков, заблудших и святых. Как мало вас, счастливых, добрых, ясных, как много вас, блуждающих, слепых.
Господь вас ждет, и чтоб не разорвался для вас из ада посланный снаряд, чтоб дух с душою в небо устремлялся. Прими Христа очищенный наряд. Господь вас ждет, заблудших, грубых, падших, за вас живых Отца Иисус молил, чтоб Дух Святой коснулся вас несчастных. Святую кровь Он на кресте пролил, и как снаряды ближе, 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 взрываясь каждого, уносят в небеса. А кто-то опустился ниже, ниже, но каждого Бог слышит голоса. Знаете, мы, я говорю, молимся буквально, потому что мы, Господь нас ведет. Буквально Господь, и вы знаете, мы молимся, мы хотим, чтобы там, в деревне, сказать. Можно я скажу? Господь, как обещал, что дам вам Духа, Утешителя, Святого Духа. И, конечно, Господь исполнил это. И мы действительно водимы Духом Святым. Мы евангелисты. Нас приглашают очень часто на евангелизации. Мы приезжаем. Как-то мы живем в Рубаковке, как-то недалеко там село, подальше так от нас. И пригласили, чтобы мы провели прямо на улице, на площади, там евангелизацию. Мы согласились, все, начали собираться на следующий день. И вдруг получилось так, что наша машина, она... что-то троило, четверило, не знаю, вытек весь бензин. И мы собираемся ехать, бензина нет. А пенсия наша еще не подошла. И, представляете, Юра побежал к соседям, везде кругом. Давайте, одолжите, нам необходимо ехать. Но нигде ничего не получилось, и вдруг он мне так заявляет. Так, все, звони, отменяется евангелизация. Юрий, как это отменяется евангелизация? Это Божье дело. А ты кому обращался? К людям? А Господу? Ну, знаете, мы стали очень усиленно молиться. Молиться, и вы знаете, действительно Господь сотворил чудо. Прошло некоторое время, и вдруг нам затарабанили ворота, и смотрим, стоят браты из районного центра, из другой церкви, говорят, вот тут из Америки приехали и передали вам какая-то женщина, сестра, верующая, передала вам $100. Ну, это просто чудо, ответ был какой. Потом оказалось, что эта женщина в Америке, она евангелистка, вся семья их евангелисты, и Дух Святой ей подсказал, что евангелистам это необходимо. Мы молимся и о нашем селе. В нашем селе заведующая клубом, она всегда почему-то просила, чтобы мы пели ей в клубе, всегда приглашала, говорит, пойте нам одарку карася, трендычиху, артиллериста, сыром пороги, ну, все, что мы раньше пели. Вот. Но мы, конечно, отказывались, мы говорили ей, что мы верующие, нам Господь дает песни, славящие Господа. И вдруг, представляете, вот в этом году, в прошлом году, на 23 февраля, вдруг она меня остановила в деревне на улице и говорит, слушайте,
я прослушала ваши песни, так у вас же духовные песни. Это ж необходимо нашему народу. Знаете что, приходите, вот 23-го у нас в клубе будут ветераны, будут афганцы, и вы споете два своих вот этих вот, эти песни о Боге. Ну, вы знаете, Юра еще подумал о том, что надо что-то и сказать еще о Христе, о Господе, о спасении. Вот мы вспомнили свидетельство одного афганца, который сейчас диакон церкви в Мариуполе. А был он в Афганистане взводным, служил там, и у него так получалось, что в засаду попадал их взвод, и никого не оставалось. И вот пришли новобранцы, новые ребята, ну совсем, вы знаете, прямо с института взяли ребят неподготовленных, они совсем еще даже... И вдруг он им говорит: ребята, я вижу, вы не подготовлены, но я вам хочу одно сказать. Вы слушайте внимательно мои команды, если вы хотите вернуться с этой войны домой. И не просто слушайте, но внимательно исполняйте их. Афган. Жара. На перевале мой взвод в засаду угодил. Мы как щенки в мешок попали, как в тире на виду лежим. Все новобранцы, только трое, я взводный, Леха и Сергей, лишь только мы остались живы в бою том, потеряв парней. Осколки в грохоте свистели, с утеса пулемет строчил, и снайпер, выбирая цели без промаха, спокойно бил. Бог, если есть, прости, помилуй, прости меня, мой взвод спаси, из ада, грохота, проклятия нас поскорее уведи. Вдруг с неба голос прозвучал: веди под пулемет парней, так властно, ясно приказал, немедли, уводи скорей. За мной братишки закричал, рванул вперед под пулемет. Тот захлебнулся, замолчал. Сам Бог тогда спасал мой взвод. Я пулей рухнул у скалы, со мной Леха и Сергей. Не подчинились пацаны, под валуном остались все. Мы трое за скалой лежали, хоть это было и давно, я видел, всех перестреляли спокойно, как в немом кино. Ведь звал же Бог, звал ко спасенью, но не поверили ему, не услыхали зов к смиренью, в огне погибли и в дыму. В лабиринтах житейских дорог, под проклятием коварного рока, скован цепью забот и тревог, гибнет люд под пятою порока. Дни детства, обжорства, обман, лабиринта земного тупик и гордыни зловещий туман закрывает божественный лик. К дитяти взывает отец: ты не в землю, на небо смотри, ждет тебя там на небе Творец, ты к нему свои руки простри, твои крылья поднимутся дна. Это вера, молитва, прощение, уготована Богом страна. И прекрасный огонь очищения. Видит Бог, как упал человек, до какого добрел он конца, как ликует, злорадствует грех над любимым творением Творца. Он не видит небесный простор,
Ученый идет на убой, но Господь свои руки простер над поникшей его головой. И к дитяти взывает отец: и не в землю, на небо смотри, ждет тебя там на небе Творец. Ты к нему свои руки простри, твои крылья поднимутся дна. Это вера, молитва, прощение, уготована Богом страна. И прекрасный огонь очищения сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Захватила заботы волна, океана мирской суеты, захватила и тянет до дна, убивая любовь и мечты. Ты дитя, ты творенье Творца, Бог на землю к тебе снизошел, ведь желание Бога Отца, чтоб ты в небо дорогу нашел. И к дитяти взывает Отец: ты не в землю, на небо смотри, ждет тебя там на небе Творец. Ты к нему свои руки простри, твои крылья поднимутся дна. Это вера, молитва, прощенье, уготована Богом страна. И прекрасный огонь очищения. Прекрасный огонь очищения. Какое счастье быть твоим, какое счастье быть спасенным. И в час тобой определенный преобразиться, стать святым. Какое счастье быть твоим, тебе нести свои проблемы и, видя мира перемены, остаться чистым и святым. Какое счастье быть твоим, в молитве пред тобой склониться, твоим общением насладиться, умчаться ввысь и быть святым. Аминь. Вы знаете, друзья, вот удивительно совершенно, вот мы уже на Божьей ниве трудимся более 20 лет. Буквально на каждом служении подходят нам люди с вопросами, и многие, не верят. Да вот, мы были у вас год назад, да? Подошла ко мне сестричка, держит в руках гранитный капитан, книгу третью, и говорит: простите. И говорит: неужели это правда то, что написано здесь? Я говорю: а что тебя смущает? Что тебя? Она: понимаете, там опыты над людьми, это, Я говорю: хорошо. А ты, говорю, веришь, что Иисус шел по воде? Она: Я говорю: слушай, а ты веришь в то, что он 5 хлебами накормил там 5000 людей рыбкой? И она опять сомневается. А сомневающийся подобен морской волне. Я говорю: девонька, иди кайся и не сомневайся, потому что мы в одной церкви были, и я видел, как себя христиане ведут вот в этих ситуациях катастрофических. Мы в одной церкви были, Валя с детками занималась, а я сел так сзади,
проповедь была прекрасная совершенно. И вдруг, представляете, землетрясение, толчок, как дал. И вся церковь, И вот я видел, как себя спасенные. Одна вскочила, ой, как кинулась, ой, у меня мама хвора, и побила. Один, мне понравился, один брат упал на колени и кричит: «Господи, я знаю, я виноват, это я ж не покаялся вот в том грехе, поэтому это сейчас». Вы знаете, вот мое состояние. Вы знаете, я не знаю, у меня радость, думаю, ну, началось. Я даже Валю не вспомнил, прости, конечно. Ну, и если мы знаем, что мы спасенные, чего мы боимся? Чего мы боимся? Мы в Рыбаковке, это было как-то, была ночь, Валя была в больнице, света не было, я зажег свечу, а со стороны моря такой, знаете, вот предвестник шторма, такой гул. И вот стих. Горит свеча в кромешной мгле, свеча спокойно догорает, и, греясь в мизерном тепле, тревога сердце обжигает. Я шторма жду, и он придет. Внезапно, грозно налетит. Вот так Господь с небес грядет, об этом слово говорит. И жизнь моя, как та свеча, вот так же тихо догорит. Мирская шторма, кутерьма меня не сможет победить. Христианин я, мой Отец возьмет меня, я буду с Ним. Там приготовил мне Творец небесный град и Иерусалим. Ничто меня не запугает. Ни шторм, ни вьюга, ни гроза. Меня повсюду охраняет Христа, распятого звезда. Он, как свеча перед очами, ведет меня сквозь мир мглу. Христос пронзенными руками дает реальную мечту. Аминь. Вы знаете, друзья, вот Господь, Он, вы знаете, вот я уверен совершенно, что вы, когда пришли к Богу, многие из вас стали писать песни, слова, музыку, вы обязательно должны выходить и читать, и петь. Потому что это Господь дал для кого-то, вы понимаете? Для кого-то. У нас уже очень много через наши вот эти вот псалмы людей пришли к Богу. И потому что и так Господь тоже совершает свое деяние. Вы обязательно приобретите наши вот псалмы, вот эти стихи, потом, но не для, как иногда говорят, на память взять. Нет, не на память, а обязательно внимательно послушайте и отдайте дальше. Потому что это будет ваше служение, потому что многие уже у нас вот через наши. Подходит ко мне сестричка там, мы были за рубежом, подходит, и мы спели псалом. Она говорит: а этот псалом, я, говорит, в 56-м году молилась и пела. Я говорю: да нет, не может быть. Я говорю: дело в том, что у меня этот псалом появился в 92-м году. Она говорит: да он точно. Я говорю: ну, сестричка, ну я же знаю, это же мой псалом. Она: не веришь? Я говорю: ну, конечно, не верю. Она: ну, на, читай. Я открываю, у нее такая от руки, такой сборник. И там слова, знаете, это. Я каялся, я прям там каялся. Вот как мы любим к себе, знаете, приписывать. А ведь все дает Бог. Аминь. Все буквально. Ну, я думаю, вы вместе с нами споете этот псалом. Слова очень трудные. Аллилуйя. Бурные реки, грозные скалы, нежный цветок, щебетание скворца, солнце и небо, дожди и туманы, все сотворилось по воле Отца. Дал Бог нам разум и сердце большое,
чтобы в смиренье покой обрести, чтобы через горе, слезы, печали с радостью в дом свой дорогу найти. Там лишь любовь живет, там все цветет, поет, там наш Отец нас ждет, Бог всех зовет. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Там всех нас встретит Отец наш Небесный, Он приласкает и слезы утрет, Он нас обнимет, любовью согреет, в Царство Небес за собой поведет. И херувимы на гуслях играя, славя Отца, аллилуйя споют, белые платья на всех одевая, пеньем осаны с собою влекут. Там лишь любовь живет, там все цветет, поет, там наш Отец нас ждет, Бог всех зовет. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Горя там нет, все болезни исчезнут, в духе предстанем при дочи Творца. В Царстве Небесном, священном, чудесном, преобразятся в миг наши тела. Там нас объявит безмерное счастье, славя Отца, аллилуйя споем, Сына Отца и Духа Святого, славя мы вечно с собою несем. Там лишь любовь живет, там все цветет, поет, там наш Отец нас ждет, Бог всех зовет. Аллилуйя, аллилуйя.